краски осени в новой коллекции «Кари». И третий товар в подарок. Хлеба и зрелищ вы ждете от меня. Так, пожалуйста. Будем готовить хлеб, но не обычный из муки, а мясной хлеб из индейки с овощами. То есть полноценное, сытное и очень вкусное блюдо. Это будет блюдо в форме буханки, которое нарезается как хлеб на кусочки. Мясной хлебушек будет с овощами. Морковку режем кубиком. Морковка форму в блюде не потеряет, поэтому классно, что она у нас кубиком. Вы будете потом это видеть. На сковородку масло. И морковь. Теперь репчатый лук. Также небольшим кубиком. Морковочку слегка обжарили и сразу отправляем к ней лучок. Вот так. О, жаришка пошла. Чесночок. Чик. И еще зубчик. А вот теперь ловите фишечку. У меня здесь в морозилке, угадайте что? Мороженое. Правильно. Но не совсем. У меня еще здесь есть замороженные овощи. Это у меня кукурузка, а это у меня зеленый горошек. И они тоже будут частью нашего мясного хлеба. Потом будут попадаться, вы будете видеть, на срезе будет. Короче, будет классно ярко смотреться. Горошек прям замороженный. Не бойтесь, кидайте, он сейчас быстренько разморозится и будет рассыпчатый. И кукурузка. Все, примерно столько, можно чуть побольше. Вот так. Ладно, вот так, вот так, ладно, вот так, вот так, вот так, вот так. Кукурузку мы любим. Знаете, какая яркая начинка у нас? Горошек. Кукурузка, овощи. Идеально. Все. Ребята, выключаем нагрев. А теперь основной, самый важный ингредиент – это фарш из индейки. Фарш из индейки. То, что нам надо. Получится идеально вообще. Перекладываем в большую мисочку. А теперь следите за движениями. Первый ингредиент, который кладется в фарш – это куриное яйцо. Опа. Яйцо будет скреплять, немножко давать воздушности. Теперь жирные сливки, 100 мл. Вот сливок не жалейте, они как раз дают нежность и сливочность. За счет этого наш мясной хлеб будет нежный. Вот так вот. Теперь немного вкуса. Это горчица. Да-да, не пугайтесь. Так и должно быть. Прям столовая ложка с горочкой. Просто она даст немножко, знаете, как специю. С ней будет здорово. Теперь... мускатный орех. Вот он сюда идеален. Можете взять молотый, а можете, как я, взять вот так вот орешек, терочку и прям туда натереть. Ах, какой аромат мощный. Кстати, мускатный орех для многих такая странная специя. Ну, не используйте вы ее, а зря. Она с молоком, с картошкой, со сливками, с сыром, для овощей. Мускатный орех вообще много к чему подходит. Попробуйте один раз, просто подобавляйте в какие-нибудь блюда и потом оцените. Все, прекрасно. Обязательно соль. Свежемолотый перчик. И перемешиваем. Видите, какой нежный фарш получается. Вот он такой должен быть, потому что форму он будет держать за счет формы для выпекания в виде буханки. Вот такая вот, понимаете? Поэтому и делается фарш очень нежный. Ну и финальный ингредиент, чтобы все это скрепилось, это мука. Да, как в обычный хлеб, она сюда идет. Потому что что-то должно стягивать, понимаете? Что-то должно впитать эту сочность всего и дать объем. Мука здесь идеально. Пару столовых ложек. Вот так вот. Все, друзья, фарш готов. Вот он, видите, какой нежный.
такой вот прям тянучий, с овощами. И классно пахнет. Осталось только отправить его в духовку. Обычно используют вот такую форму. Она может быть шире, выше, все равно. Главное, чтобы примерно вот такая классическая форма сохранялась. Так, немножко его можно утрамбовать. Он не должен быть особо рассыпчатый, должен быть плотненький. Немножко его так вот ударили и немножко его замазали. Отправляем наш будущий хлеб в духовку. 180 градусов, 50 минут. Скоро оценим результат. Ура! Готов. Смотрите, какая буханочка получилась. Аккуратненькая, красивая, ароматная, запеченная. Ай, как здорово пахнет. А вот прям, знаете, вот прям сразу понимаешь, что это вкусно. Но тем более, вы видели, какие ингредиенты мы туда положили, правильно? Ну как это может быть по-другому? Он 100% сочный, нежный, сливочный, с овощами. Супер. Сразу его резать не надо. Дайте ему спокойненько немножко успокоиться, постоять и так далее, чтобы все соки распределились, чтобы он остыл, сдулся. Ну, хотя бы минут 10-15. А потом нарежем и попробуем. Баб Марин, ну иди сюда. Хочешь мясной хлеб попробовать? Хочу. Давайте разрезать его вот так, смотрите. Опа. Марин, давай листья салата. Вот, вот так вот. Все, здесь... Не рекомендую вам какой-то суперсложный гарнир. Просто берете вот так несколько листиков и вот так вот пару кусочков мясного хлеба. Ну что, Марин, будем пробовать? Ах, ты деликатно, с ножом, смотри, а? Давай, давай, вместе, вместе. Просто я не терпится, видишь, мне тоже. У меня же с этикетом проблема. Тебе первый предложил, а сам схватил. Ммм. Что сначала удивлять, да? Кукурузка сладкая, а потом приходят специи. А мускат как ощущается, да? Прям стоит приготовить такое. Вот точно. Это вам не котлета, не запеканка, не зраза. Это абсолютно другое блюдо. Прям нежное-нежное. В этой есть фишка мясного хлеба. Чтобы приготовить мясной хлеб, возьмите фарш из индейки, яйцо, лук, морковь, замороженную кукурузу и горошек, чеснок, сливки, муку, горчицу, мускатный орех и подсолнечное масло. Порция мясного хлеба из индейки 108 рублей.